хочу показать вам необычную аварию, которую прислал для оценки ущерба в нашу компанию один клиент. Короче, смотрим. Заявляет он с максимальной твердостью, на какую способен. Что он делает? Заходи через час, у нас съемка. Бросает брюнетка, навлекая на него плечом. Машину скидывает. Юра тормозит дверь ногой и повторяет. Бега, он же сейчас кувыркнется. Я выигрыш получить пришел. У вас с 10 должно быть открыто. Брюнетка кричит куда-то в зал. Сергей Александрович! Вот тебе и яшки. Удивляйся. Да ну нахер! Пиздец, по крыше. Охуеть! Красавчик! Охуеть! Красавчик! Молодец, нахуй! Новый год задался! Охуеть! Вот и пиздец! Ты снял, да, это все? Опускайте машину, я говорю. Вы что, не понимаете, что ли? Можете снимать все, что хотите делать. Что наряд-то не вызвали? Вызвали. Чего они так долго ездят? Сторону отойдите, пожалуйста, чтобы я вас не сдаю. Ебнусь, совсем не. Сотрудники стоят, взаимодействуют. Давай. Опускаете? Опускаем, сейчас привет, сотрудники, опустим. Дождитесь сотрудников полиции. Вот что делал Владислав.
Он где врезался? Хрена себе, брат. Пойдем, может, поглядим. Ты как, медик, мать? Орта туннель с блядь атахни. На за столб еще орланд заводи. Орта и плюра на проход тайфун спрах. Найдер там плюра уди. Орта уйдер. Найдер на проход то. Я ходок того орта кричил. Мерседес. Ебать! Вот так вот у нас водила умеет в Динской, короче, пылить. Вот ехал, ехал по прямой. Вот тишечка, видишь? Здоров. Сейчас окупит своего фольца. Да, да, вот. Ехал, ехал и приехал. Можно тут ходовку сразу закапиталить, там что, двигатель починить. Огонь. Нихуя крендит, да? Да. Как вот так,
Да я хуй его знает, как можно на нос тачку поставить? Как можно больше? Пиздец. Контакты присылают, посмотри, говорит, сейчас покажу, охуеешь. Я тут вон, а ты на 40 километров. Я бы так же попал бы. 108 километров. Я и так вот говорю. Опа. Как он его из него ебал. Почему? Врезались? Не, не врезались. Врезались? Он успел, по-моему. Нет. А, точно его понял. Нет, понял. Впереди пробы, С деньгами жопа, на бензин есть уже неплохо. Загружаем джип всем скопом, важные впереди. Звезда хип-хопа на машине топа, все автостопом дождите.
этого прижал. Надо было Медведева в первую очередь убрать. Да, Медведев. А он его своим замом. Да, достал. Мне кажется... Ох! Есть. Баба бедная. Ну что? Победа. Ебать нахуй! Назад, назад, давай! Пиздец, машина горит, газель, маршрутка. Бля, люди падают горящие. Пиздец, хуй подойдешь. Блядь, люди в машине. Пиздец, Магнитогорск, второй.
пиздец какой. Там что-то на какой-то скорости летели. Да! Ебануться, бля! Баба за рулем сзади. Ой, нам и на маке. А кто меня? Охуе. И этот задом сдавал. Газы, что ли? Да. Сука, вот ну не туда и не сюда. Ну ебаный твой рот, бля.
Máš tam velkou rychlost. A zkus dozadu. Pojď. Кого? А 112, 112 звонит. Стой, ёпта. Аккуратнее, ДТП большое.
полностью перекрыта. Успел ли ты, Саш, промониторить сегодня ленты информационные? Ты мне враг? Никакого ответа. Если ты мне не друг, значит враг. Никакого ответа. Я тебе безразличен? Никакого ответа. А все люди вообще? Никакого ответа. Да отвечай же, черт подери, вдруг закричал Крейн. Скажи что-нибудь. И напечатал. Тебе вовсе незачем было показывать, что ты меня знаешь. Зачем ты кричишь, погиб?
вот он разогнался со скоростью 211 километров в час. Вот момент взлета. Вот здесь он взлетел. И вот это расстояние он летел. Я просто по обрыву не могу пройти, потому что там уже обрыв идет. Он обрыв весь пролетел. Пролетел до... Да, вот этого столба. Вот этот столб с камерами. Он его перелетел. Это вот у меня даже рука не поднимается так поднять телефон. Вот он его перелетает. Перелетает первый ряд. Первый ряд этих автомобилей. Вот первый ряд автомобилей на... И приземляется вот на этот второй ряд и на крышу потом. Два пострадавших. Здрасте. Повторяю все. Потому что им это не интересно. У них там даже это, чуть его. Вот о, красавчик я. Еблан, бля. Ну ты еблан, хуй. Его нет.
пиздец, а что там? Все, давай. Мы его не вытащим, его зажал. Давай еще. Хорош, Женя, за ноги убрать. Давай, ты куда летел, блядь? После этого меня подрезал, чуть под меня не залез. Андрюха, с той стороны едет, кого? Едет. Один дубль. Да он не скажет ничего. Что ты че? Да не надо резать. Ладно, в себе, поехал, ладно. Все, мужики, ладно. Ну да, это не легко, но тем не менее не зарабатывать при этом 100 тысяч рублей. Ух ты, мама родная, блин. Чуть-чуть много, да? Ну да. Ну как это? Ну вот.
купили брачный договор. Вот, невеста, помнишь, попросила брачный договор, ее закопали. Это кто? Сразу же. А вот когда был этот Иван Грозный, там все было. Ой, а в следующий час мы же этому просто посвятили. Этому и посвятили. И про Опричнина? Нет, про Ивана Грозного. Хорошо. Иван Грозный, говорят, дочь не любит брачный договор. Утром встанет, придет, говорит, жена, а может брачный договор, раз, и нет головы. Алло, здрасте. Блять! Алло. Дурак! Здравствуйте. Так, есть еще какие-то новости? Вау, что? Вот я успел остановиться. Успел. А сзади не успел. Я вот тоже думаю. А если улетит? Подумай! Да? Бля, хорошо, что... Че, ебал набьем? Не близко, блядь, было. Бля. Я тебе, сука, бля, пизды дам нахуй! Чмо ебаный, блядь! Ты бампер целый? Целый. Thank you.
Часто рассказывал, да, Саша знает, Танечек, наверное, тоже, но тем не менее. Дело в том, что мы сейчас все обсуждаем получение пропусков передвижения в городе на машине, и вот эта вот машинная тема, что можно, что нельзя, как вы берете. Машинная тема. Да, мы вспомнили, как в детстве, ну, самое распространенное, некоторые из нас тайком брали автомобили и другие средства. Ну, все-таки относительно. И в детстве тоже, от 16 и выше. Ты знаешь, что в некоторых местах это все... Thank you.
город Ростов-на-Дону. 11 декабря 2018 года. Мою машину отработали, как и многие другие. Уже счет идет, не знаю, на десятки, наверное. Вот номер валяется. Сняли капот, бампер, фары, шурупы снизу. Все откручивает аккуратно. Эксперты вот взяли отпечатки пальцев. Я не знаю, что это. Намазали мелом. Сняли, значит, подушку безопасности. Окно аккуратно разбили заднее. И кто-то маленький пролез туда, внутрь. Бардачки порылись. Вот, вот стекло лежит. В общем, четко под заказ. У кого-то было лобовое, подушка стрельнула. И все, решили поменять. С новой машины снять. Красиво, конечно. Охуеть! Ебать, такое я видел только в кино, нахуй. Конечно, блядь. Охуеть! Ёбаный, там еще что-то было. Да-да-да, стои, смотри. Пиздец, блядь, он поэтому не хотел близко подъезжать. Ёбаный пиздец. Снимаешь? Да. Ёбать! Херакс. Снимай, да? Да. Уходи нахуй, дурак, блядь! Ебать, что с ним происходит? Ебать, газель, газ что ли, или что за хуйня? Уходи, дурак, блядь. Ебанулся. Баллон взорвался, похоже. Спрячься за чем-нибудь, за деревом или чем-то. Что за хуйня? Да хуй знает, гади. Ебать, она нахуй. Лопается. Что-нибудь за стол что ли? Охуеть, там она начиненная, ебаная. Бля, парни, люди валяются, ебать. Стой, куда ты нахуй? Уезжай, блядь, дурак нахуй. Парни, люди валяются, ебать, горелые. Смотри, просто да вон нет, человек. Ой, мышка, будет. Ночью еду по ЗСД, прикол. Едет чувак вот. Мы едем, а вот он едет. Он едет реально со скоростью 110-111, я не знаю, сейчас он кому-нибудь хлестанет походу. Вообще, вон там странное чудо сидит.
Хачикян, тут вон тачки уходят, Мерс ушел. Говорит, едет вообще ему покер. Сейчас кто-нибудь в лаборатории ему закатает. Он еще один на пэке еле ушел. Реально еле ушел. Этот чешет вообще ему пофиг просто. Реально упырь какой-то. Просто вон машины едут, вон навстречу едут. Люди в шоке просто, я не знаю, блядь. Подрезают там друг друга, чтобы уйти. Что это за придурок вообще, короче. Что у меня там за номер такой. Анна 673. Николай Харитон 198. Прикольный вообще перец. Да, круто ему, круто. Так, ребятки, очередной инцидент у нас. Московская, советская. Братан приехал прям в эвакуатор. Аккуратней, ребятки, аккуратней. На светофоре поверните направо. Двигайтесь прямо. 2 километра 500 метров. Эх, ебать, все, труп. Пипец. Ёпсель-мопсель.